друзья, теперь есть развлечение для тех людей, у которых сильные ноги. Есть те, у кого сильные ноги? Ну, на самом деле, на лабутенах, чтобы бегать, надо иметь сильные ноги. Мужчины, наверное, не знают вообще, что девчонкам нужно памятник поставить за то, что они делают. Они ходят на каблуках. Вы вообще понимаете, что такое ходить на каблуках 10-12 сантиметров? Это, во-первых, ты на цыпочках постоянно. Во-вторых, тебе надо вот так вот это все оттопыривать. И вот так это все ходить, и еще и улыбаться. Блин, да я через 5 минут просто пойду что-то с собой сделаю вообще, сразу же. Поэтому, внимание, сильные ноги – это важно. И сейчас я хочу пригласить сюда людей, у которых есть сильные ноги. Я приглашаю вас прямо сейчас. С сильными ногами. Что, прям вот так вот, да? То есть до Европы не дойдем, все. Не деды. Есть, выходите сюда. Вот можно даже руку не тянуть, просто взять и выйти сюда. Сегодня наши партнеры – это Класс Бум. Мы не сервис для фитнеса, мы Класс Бум – это единый абонемент сотни фитнесов, клуба, танцевальной студии, школы единоборств, бассейны, скалодром и многое другое. 30 любых занятий на выбор за 1690 рублей, не уходите никуда. Ну и что-то в таком духе вас ожидает. Так, секунду, то есть девушка у нас только? С сильными ногами, конечно, да, с сильными ногами. Так, кто еще с сильными ногами? Шпагат не надо, иди сюда. На шпагат садиться не надо. Сейчас вообще простая будет затея, поверьте мне. Все элементарно просто. Штанга 340 килограмм. Ну, присесть с ней хотя бы два раза. Да, ребятки. Вы решили с девчонкой потягаться, да? Вот такие втроем такие вышли, мы потягаемся с девчонкой. Хорошо. Так. Кстати, если что, можно будет разуться, я это тебе сразу подсказываю. Так, еще, да, у нас? Хорошо. Это все с сильными ногами, да? Окей. Дорогие друзья, давайте сначала познакомимся с теми людьми, у которых скоро отстегнутся ноги, вы это поймете очень скоро. Как тебя зовут? Игорь. Игорь, какая у тебя нога самая сильная? Обе. Обе. На какой будешь прыгать? Одну выбирай. Правая. Правая, молодец, хорошо. Как вас зовут? Любовь. А на какой ноге вы предпочитаете прыгать? Какая у вас самая выносливая? Две, нет, надо выбрать одну, либо. А одну надо выбрать ногу, да, как вот правая. То есть правую, красивую, бритую ножку мы выбираем, да? Для того, чтобы. Хорошо. Так, какая у тебя самая сильная небритая нога? Левая. Левая. Хорошо. У тебя? Правая. Правая. Так, у тебя? Правая. Правая. Отлично. Ну что, с ногами разобрались. Теперь внимание, в чем суть. По моей команде ваша задача прыгать только на одной ноге. На той ноге, которую вы выбрали. Только прыгать не вот так вот стоять, да вот так вот. Это не прыжок. Надо, чтобы вы отрывались от земли. Кто перестанет отрываться от земли, тот покидает наш конкурс. По моей статистике, люди обычно через 3-5 минут начинают отваливаться и уходить где-то вот так со словами, блин, нафиг я вышел вообще сюда сегодня. Так что если собираетесь забежать сегодня на лабутенах, то не нужно прыгать чисто на одной ноге. Ну что, готовы? Люба, вы уверены, что вы собираетесь прыгать на каблуке? Я прям даю вам подсказку, прям совет опытного прыгуна на одной ноге. Снимайте сапоги, да. Да, можно вот так присесть здесь? Да, можно от мужчину, конечно. Какой молодец. Вы понимаете, да, что женщины, они в принципе нас постоянно используют. И нас это устраивает? Конечно. Чего ты туда перестал сразу смотреть? Там ноги все по-женски, смотри, ноги. Я, а ты с женой пришел, да? Нет, а ты один? Ты один, и ты не смотришь на женские ноги? Странно как-то это все, ну да ладно. Итак, дорогие друзья, готовы? Одну ногу поднять и... Поехали, начали прыгать. Я пока кофе пойду попью, кофе дробилось, да. Молодцы, пока хорошо. Активнее, номер три прыгаем. Номер три, активники, что это? Люба, отлично держимся. Работаем. Вы посмотрите, пока что они думают, какая легкотня вообще. Темпу добавили, скорость номер три, скорость добавили, водишь, номер три, работаем. Как вы синхронно прыгаете, парни, молодцы. Работаем. Только одну ногу, кто ногу поменяет, тот покидает конкурс. Я сейчас смотрю внимательно за вашими ногами. А вы думаете, на лабутенах, ерунда, как я пробежаться. Для этого нужно иметь тренированные ноги, тренированные. Добавляем скорость, добавляем активненько. Это интересно, да, вы тоже бы такой. Люба, спасибо вам большое, спасибо. Вы хорошо боролись, но напоролись на мужчин, которые с сильными волосатыми ногами сейчас. Да по вам прям лабутену плачут, ребята. Ну, давайте, активник.
Вика, добавляем. Раз, 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 раз. На счет давайте. Раз, 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 раз. Я вижу, что одна еще тоже раз выпала. Осталось три человека. Какая тяжелейшая битва. Победитель получит набор нижнего женского белья. Работаем, работаем. Мальчики, давайте, давайте, активник, активник, добавляйте, добавляйте скорость, скорость. Как только у кого-то перестанет нога отрываться от земли, это уже номер три, она уже скоро у нее начнет отрываться, я буду просить покидать конкурс. Если чувствуете, что реально уже не вывозите, лучше уходите. Поверьте мне. Ой, ты глянь-ка, что делает, а? Ты прям вообще думаешь, что ага, все могу. Ну давай, давай. Молодцы, пока неплохо, пока неплохо. Я сейчас даже призы уже практически подготовил. Скорость, добавляем, парни, скорость и поддержку, просто стал вообще, посмотрите, давайте нам, ребята, похлопайте. Уже мобилы на пол полетели. Айфоны всякие там. Опачки, двое осталось. Какая простая вещь, попрыгать на одной ноге. И, по-моему, у нас кое-кто сейчас начнет сдаваться. Парни, я не знаю, вы прям на рекорд уже пошли. Красавцы! Хип-хоп элементы показывает нам человек. Он не только прыгает, но еще и танцует. Я не буду произносить фразу «вы в танцах». Давайте, 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 ребятки, работаем. Работаем. Добавили быстро, быстро добавили скорость сейчас. У меня бабушка быстрее прыгала. Выше. Выше, 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 выше. Выше. Tell me where the freaks at. Чё ж вы творите-то, а? Вот особенно ты, да? Осталось каких-то буквально, наверное, 30 секунд. И потом аплодисменты будем решать, кто становится победителем, да? Ты решил сегодня здесь этот бросать? Ну, конечно, так себя не сбрасывай. Кошелек уже пошел, не надо только раздеваться. Даже не думай об этом. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. Ну и время вышло. Давайте попланируем мужчинам. Вот всем сразу. Соберите, пожалуйста, что находится на полу. На полу что вот тут? Вы поняли, да, что вы попали вообще? Какой там фитнес-клуб? Я вас умоляю, ребята. Все серьезно. Итак, это тоже тебе, смотри, что-то выпало такое интересное. Не знаю, зачем это тебе. Да, встаньте, пожалуйста, лицом в аудитории. Друзья, давайте вы сами решите, кто, по вашему мнению, максимально активно прыгал. Вы видите, да, кто как часто и кто не часто. Сейчас вот кому больше поаплодирует, тот получит приз. Давайте начнем. Аплодисменты номер один. Окей. Теперь, внимание, все собрались, сейчас будет жарко. Внимание, номер два! Я знал, что твой творческий подход тебе сегодня поможет. Я поздравляю участника номер два, вы победили в соревновательном процессе. Номер один, спасибо. Нога у тебя хорошая, но ты занимаешь место в зале. Спасибо. Номер два. Приз для вас. Подождите, мужчина. Ну, во-первых, с девушками надо встречаться в хорошем месте, где хорошие кофе. Соответственно, вот где сертификат от Travelers Coffee, который ты пойдешь и воспользуешься. Вот что я могу сказать. У меня есть друзья вообще прям такие, с которыми можно хоть в огонь, в воду и медные трубы. Вот, отлично. Вот с этими ребятами ты пойдешь, нет, ни в огонь, ни в воду, ни медные трубы, ты пойдешь в хоррор-игру. Коллекционер, реальные актеры внутри игры, просто понятно реалистичный сюжет. Это вообще реально фавен. Фавен — это то, что нужно. Это реальный квест. Очень кайфово. Я куда жожен, обязательно скажу. Большое тебе спасибо. Ты молодец. Прям все было просто супер. Уважаемые друзья, дамы и господа, я сейчас обращаюсь еще раз к девушкам, которые у нас готовы сегодня поучаствовать в забеге на лабутенах. И напоминаю, что это мероприятие состоится буквально через каких-то 5-7 минут. Если вы хотите, то прямо сейчас подходите для регистрации вот сюда, к столу к нашему. Вот здесь, да? Где дядьки с фотокамерами стоят. Они вас будут фотографировать до и после. Это всегда забавно. Ну что, готовы для регистрации? Ну что, у нас объявляется буквально 5-минутная пауза.
после которой ждет вас продолжение нашей программы. Через 5 минут мы продолжим. Маэстро, можно нам какую-нибудь хитовую музыку?